dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so high. My dream is to fly over the rainbow so Это группа Drum Club 250 в нашем сегодняшнем утреннем пятничном эфире. Ребят, доброе утро, ребята. Доброе утро. Доброе утро. Да, это Drum Club 250, руководитель коллектива Федор Мирошниченко, он же за барабанами, я уверена, по ту сторону экранов бурные овации, аплодисменты. Также за барабанами Тимур Белобров, саксофон Андрей Стребличенко и прекрасная девушка, которая также за барабанной установкой, за ударной установкой, Светлана Мирошниченко. Вот, собственно, так, Федор Мирошниченко, заведующий этим коллективом, так сказать. Да. Вопрос первый. Естественно, у нас сегодня утро. Как уже... вы проснулись сегодня? Как вы очень проснулись? Раннее мы утро. Проснулись неплохо под вашу музыку. Будьте уверены. Мы проснулись тяжело, потому что у нас была ночная работа. Конечно, поспали 2 часа. Ну, как поспали, полежали. Ну и погрузка, и приезд. Музыканты обычно на ночь глядя выступают, да? То есть утренние подъемы тяжеловаты. Тяжелый. Потому что сегодня уже в 6 утра я видела, уже вовсю были репетиции здесь, в павильоне. Переносилась аппаратура. В общем, уже вы очень-очень рано начали. Ну, это для нас привычное, в общем-то, и переезды, и перелеты. Мы как бы уже привыкли. Насколько часто выступаете и где больше? Мы очень часто выступаем. Разные площадки Крыма, России. Выступали в Украине, но, к сожалению, теперь это для нас недоступно. Ну, по известным причинам. На материковой России часто бываете?
Ну, не так часто, как хотелось бы, но бываем. Ростов, да? Краснодар, Геленджик. То есть уже южная как бы часть. Чуть-чуть, да, чуть-чуть уже освоили. Уже приближаетесь, да? Самое главное, что в Крыму вы выступаете и радуете наших регулярно меломанов своей это музыкой. Здорово. Несколько слов про ваш коллектив. Я знаю, что в коллективе очень часто появляются твои ученики. Так точно, да, у меня своя школа, как бы DrumClub 250. Вот яркий представитель Тимур Белобров, он совсем недавно начал с нами работать, он занимается пару лет, вот, и вот уже стал полноценным членом коллектива. Как бы вот, слава богу. Где эта кузница? Где? Куда попасть людям, если которые куда загорелись. Да, которые загорелись и хотят. В детском парке мы работаем в Радуге. Вот. Добро пожаловать, всегда рады новым ученикам. То есть, а люди вырастают, получается, переходят в другие коллективы? Конечно, да? Вот один из моих учеников сейчас в Америке на студии работает музыкантом. Ну, много учеников очень уже... Разъехалось, как бы, да? из гнезда. Вы выпорхнули. Выпорхнули, как дети. Вот у меня вопрос к прекрасной девушке Светлане. Вот не очень, да, так совместимый образ. Девушка такая утонченная, красивая и барабанная установка. Как вам удается это все сочетать? На самом деле, я с детства неравнодушна к барабанам. Да, именно к барабанам? Да. В музучилище я училась вообще как теоретик. И там предоставили дисциплину по выбору 1 час в неделю. Я выбрала барабан. То есть это выбор осознанный практически с детства, да, можно сказать? Слушаю, допустим, симфонический оркестр или эстрадный, и всегда вот большое внимание барабанам уделяла, да, всегда обращала внимание. Я думаю, что лучше за всех музыкантов говорит их музыка, их произведение. Да. Но у меня есть один вопрос. У нас следующая рубрика будет «Чужая муза». Хотелось бы вот узнать, как вы относитесь к плагиату? Плагиату, ваши отношения. Есть ли какие-то вот такие моменты? Конечно, я знаю, что вы не признаетесь, если вы что-то у кого-то украли, вот, но в принципе. Мой учитель всегда говорил, что... Великие композиторы пишут, а гениальные воруют. Ну, вот на самом деле 7. Вот, поэтому очень сложно что-то придумать такое... Сверхъестественное. Как, да, Чайковский рождается там раз в 200 лет. Да. Вот, но к плагиату как к таковому мы относимся очень плохо, а к кавер-версиям относимся довольно... То есть, как бы, если ты говоришь, что это песня Иовы, да, но в твоем исполнении, то это, ну, нормально. Это вариация на тему. Да, это вариация на тему. А когда ты говоришь, что это моя песня, а это чужая, это очень, это ужасно. А чем вдохновляетесь? Что, то есть, это какие произведения, какие музыканты, какие стили, жанры? Да, жанров на самом деле очень много. Мы различную музыку слушаем, различную музыку играем. Вдохновляемся в основном от публики, от работы. Заряжаетесь энергетикой, да? От того, да? Что вот у нас получилось, вот мы вот такие классные. Все, вот это вот самое кайф. Вот это мы уже сегодня увидели, да, подтанцевали. Мы не прощаемся, у нас еще...